Короче, я сейчас открыла палетку Sof X Extra Spice. Очень уж я захотела ее. У нее здесь коробочка такая прикольная, красивая. И вот здесь вообще зеркальная. То есть вы можете видеть и меня как зеркало в отражении, и фотоаппарат. И название здесь, знаете, какое вот, оно матовое такое. Конечно, очень красиво, интересно. Вот если ее... Тут наверняка будут оставаться жирные отпечатки, если у вас вдруг руки в чем-то. Вот если ее потом чистить, интересно, все эти надписи уйдут или они сохранятся, какое у них качество. А чему я вообще конкретно удивилась, когда я перевернула и посмотрела вот на вот это. Здесь 18, вам видно? Вот сейчас 18 оттенков по 0,8 грамм. Вы представляете, какая наглость? При том, что в старой палетке 24 оттенка по 1,1 грамм. Эта Sof первая была настолько разрекламирована, настолько популярна, что очень много ее людей купили, и они решили на этом сорвать баблосы. И сейчас они сэкономили на продукте. Конечно, упаковка, да, мне нравится, но, блин, ну реально. И здесь, как обычно, классное зеркало, и я вам покажу оттенки. И вот они мне очень понравились. Интересно, какие они будут по пигментации, как они будут наноситься на веки. Довольно интересная палетка, не сказала бы, что перекликаются с первой палеткой, все-таки они постарались сделать ее отличной от первой. И, ну, конечно, вот эта грамма меня прямо смутили. И, как видите, здесь теперь есть название. Но мне не жарко, не холодно от этих названий. Мне реально все равно, есть эти названия, здесь нет их. Но зато теперь стал теней намного меньше. Вот, а так, знаете, еще первая мысль моя была: о, клоунская палетка, потому что, смотрите, здесь есть зеленые. Есть золотистый, серебристый, красный, оранжевый, желтый, пожалуйста, карнавальный набор красок. Вот, ну, короче, да, будем ее пробовать, какая она сама по себе, какая она будет в использовании. Также ли она мне будет нравиться, как первая палетка, посмотрим. И еще две палеточки я заказала. На самом деле я немножечко ошиблась, я хотела другие палетки заказать. Но заказала эти, потом я опять перепроверила, я поняла, блин, не те заказала, я уже отправила заказ, отправила в обработку и оплатила заказ, думаю, ну ладно, хрен с ним, тоже неплохая, в принципе, палетка. Первая, которую я выбрала, это Neutrals, вторая, на самом деле я хотела Neutrals третью, но... А, во-первых, что мне понравилось по видео, что мне понравилось. Единственное, что никто не говорил, что пластмасса здесь очень дешевая. Такое ощущение, знаете, что она в руках развалится вот-вот. Ну, конечно, на чем-то они должны были экономить, они сэкономили на качестве пластмассы. Но что мне нравится, в отличие от их, как называются эти палетки, Iconic они называются, да? Iconic 1, 2, 3, вот эти с узенькими штучками. Именно из-за вот этих узеньких ячеек, не знаю, как по-другому назвать, я никогда не покупала эти палетки, хотя, если вам нравятся оттенки в Naked 1, 2 или 3, можете смело эти покупать, потому что они очень неплохого качества, у них очень хорошо, как рефлектная отражающая способность некоторых шиммерных теней, мне очень понравились. Но вот эти вот... А, рефилы они называются. Вот эти вот рефилы меня просто бесили, потому что даже свотч нельзя было пальцем нормально сделать в магазине. А что уже говорить о том, чтобы кисточка туда залезть, а иногда кисточки довольно вот такие вот широкие. Вот, и поэтому я никогда не хотела их даже приобрести, потому что каждый раз, когда бы я залазила кисточкой в палетку, она бы меня бесила. А вот здесь вот, смотрите, какие шикарные, такие большие, классные. Можно реально кисточку, ну, есть где развернуться, короче. И оттенки здесь, как видите, палетка совершенно теплая в Neutrals 2. Здесь всего лишь
четыре шиммерных, но у меня такое ощущение, что вот эти вот шиммерные или металлика шиммерные. А, нет, пять. И вот эти, значит, так, и вот эти два сатиновых, все остальные матовые. Может быть, вот это тоже сатиновый. Мне просто сейчас не хочется делать свотчи, хотя... А давайте сделаем все равно. Так, а вот это что за оттенок? А вот это что за оттенок? Так, слушайте, не понимаю, что-то я... Ага, вот эти вот два сатиновые. Вот этот сатиновый, вот этот сатиновый. А вот эти матовые, которые я попробовала. Значит, шиммерные вот эти вот три. Только, ну, интересно. Надо будет, правда, ее очень активно носить, потому что, знаете, оранжевые и красные оттенки, они не всегда будут в моде. Да, прикольненько. Ну, потом мы с вами поближе рассмотрим и сделаем свотчи в другом видео. И говорят, но я бы так не сказала, что она как Naked Hit похожа. Но сейчас все красные оттенки, они, в принципе, все похожи. И вот это Reloaded Iconic Division. Ну, короче, вот такие вот все палетки, они все называются Reloaded. И она типа Анастасия Беверли Хиллз. И вот оттенки, говорят, похожи. Я, кстати, видела свотчи, и они реально очень похожи. Девочка, она показывала, но она... Я, может быть, на ее видео оставлю ссылку, если я ее найду, потому что я на нее не подписана. И она делала свотчи, видно, у нее есть эта палетка. И вот эта палетка, она по пигментации немного слабее, чем та. То есть та реально очень хорошо пигментирована, это чуть слабее. Но вы знаете, для меня я больше люблю наслаивать, чем растушевывать. Поэтому для меня это идеал. Ну и интересно будет, любопытно попробовать. Здесь всего лишь два шиммерных оттенка, все остальные матовые. И заказала я еще два хайлайтера. Вот этот я давно хотела попробовать. Pro Illuminate. Да, Pro Illuminate, он так и называется. Здесь аж 15 грамм. И я делала свотч. Он, как вам сказать, он такой персиковый, уходящий в желтоватый. Если я... Не знаю, вам видно ли? Вот сейчас, мне кажется, видно. Ну, видно такой розовато-желтоватый. Не знаю, конечно, как будет смотреться на моем лице. И почему-то думала, что он больше такой... Больше как золотистый уходит немного. Ну, не знаю, короче. Надо будет его попробовать. Radiant Light, я думала, тоже немножечко промахнулась. Я думала, что он будет чуть потемнее и тоже более такой в золотистую ходить больше. А он все-таки такой розоватый. Розоватый, но его можно на все лицо, в принципе, наносить. Он такой, как пудра. Очень-очень деликатный, но розоватый. Я думала, что он будет такой золотистый. На лето было бы сейчас в самый раз. Классно, ну ладно. Просто я не хотела всю палетку покупать. Всю палетку можно, конечно, купить, но мне кажется, что там будут оттенки как один, который я не буду пользоваться, и не хотелось. Видите, как чуть-чуть промахнулась с оттенком, но, в принципе, его тоже носить можно. Такой приятный. Вот, в принципе, это и была вся моя посылочка. Надеюсь, вам было тоже любопытно посмотреть. Правда, я с вами не поздоровалась, но ладно. Тогда вставлю приветствие картинку. До следующего видео. Будем с вами тестировать все эти палеточки. Всем пока!